Около 1 миллиона тенге выиграли известные телеведущие агентства «Хабар» в специальном выпуске интеллектуального шоу «Кто возьмет миллион». Свой денежный приз они решили передать благотворительный фонд «Подарить детям жизнь» на лечение 13-летней Виктории Канатовой. Шоу-программа выйдет на телеканале «Хабар» завтра, 6 января, в 20 часов 15 минут. Это первый выпуск в наступающем году. О том, как проходила игра с участием телезвезд, расскажет Алма Оразбаева. Первые вопросы телевизионной викторины были простые, звучали по-новогоднему. Вот, к примеру, такой, как называется праздничный салат. Известный телеведущий Кымбат Хангелдин и Марат Мухаметсалиев, которых зрители знают и любят уже не одно десятилетие, нарочито пускались в рассуждения. И это создавало особую атмосферу в студии. Так сложилось, что очень давно, да, традиционно на столе в Новый год стоит салат. Оливье. А на ваших столах он был в новогоднюю ночь? Ну, естественно. Конечно. А у Кымбат был еще и греческий. Так, но чем дальше, тем сложнее. И только энциклопедических знаний здесь недостаточно. Кымбат и Марат проявили исключительную эрудицию. Они очень старались, и тому была причина. Еще до начала игры вместе с другими участниками-коллегами они решили весь выигрыш передать на лечение маленькой Виктории Канатовой, которая уже долгое время борется с тяжелым недугом. И вот вторая несгораемая сумма – 300 тысяч тенге. Очень жаль, что наши дети все еще болеют, и не всегда есть средства у семьи, которые могли бы помочь выздоровлению. Я очень рада, что вот такой вот мой небольшой вклад, возможно, поможет Виктории поправить свое здоровье. Я хочу, чтобы Виктория выздоравливала, и чтобы в ее семье всегда были только радостные моменты. Успехов добилась и вторая пара игроков. Ведущий телеканала «Хабар-24» Лаура Жакупова и Иван Тулинов. Они выиграли первую несгораемую сумму – 20 тысяч тенге. А третья пара, всеми любимые Ерлан Егисинов и Майя Бекпаева, без всякой заминки дошли до третьего рубежа. Ответ А. Берта фон Зутнер. Бурные аплодисменты звучат в нашей студии. Выигрыш этой пары игроков – 600 тысяч тенге. Миллион тенге жук. Общий выигрыш наших звезд составил около 1 миллиона тенге. Этих денег как раз хватит на лечение 13-летней Виктории. Этот выпуск интеллектуального шоу «Кто возьмет миллион» выйдет в эфир на телеканале «Хабар» 6 января в 20 часов 15 минут. Алма Оразбаева, Алматы, «Хабар-24».